Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Сегодня у меня опять посылочка к Новому году. Давайте будем смотреть, что же здесь пришло. Плохо, что они приходят по одной штучке, но хорошо, что вообще хоть приходят. Что-то у меня тут один пакетик, еще один пакетик. Очень герметично запечатано, заклеено. Сейчас посмотрим, что здесь такое в этом черном пакете. Черном пакете. В черном пакете это просто кустик. Вот такой вот кустик зелененький. Я, правда, когда пощупала, я думала, что это пришла моя такая светящаяся елочка. А оказывается, это вот такое вот симпатичное деревце для вазочки. Ну и тоже очень хорошо. Надо его только вот распрямить, чтобы он был побольше такой вот. Так он слежался совсем, но такой вот симпатичный. Симпатичный зелененький кустик. Травка такая вот. Ссылочку я вам оставлю, если кому-то захочется такое заказать. Вот так вот красиво у меня получилось. Я заказала один кустик с листиками, а второй вот такой вот как травка. И вот вазончики, вот как живые цветочки. Очень красиво получилось.